И все-таки они вместе. Поклонницы принца Гарри рыдают, ведь он теперь встречается с канадской красоткой Меган Маркл, звездой сериала «Форс-мажоры». Актрису впервые сфотографировали папарацци после того, как подтвердились слухи о их романе. На снимках девушка выходит из своего дома в Торонто и садится в машину под присмотром охраны принца. И даже местная полиция теперь следит за безопасностью королевской пассии. Видео предполагаемого обстрела российского вертолета в Сирии. Эти кадры попали на записи. Вот пока один из вертолетов взлетает, во второй попадает снаряд, слышен взрыв, и машину в тот же миг пламя охватывает. И вот портал War News, комментируя эту запись в Твиттере, утверждал, что на видео атака на российский вертолет именно, но подтверждения в подлинности пока нет. А в Минобороны России заверили, что вертолет осуществил вынужденную посадку в 40 километрах от Пальмиры. Боевики обстреляли место приземления, и машина теперь уже не подлежит восстановлению. Но, конечно, главное, что экипаж, по данным Минобороны, не пострадал. Людей удалось эвакуировать на нашу базу в Хмеймим.